Пылесос борт. Сквозное подключение. Включено второй режим. Подключена шлифмашинка. Подключен вывод от шлифмашинки. И подключена розетка. Вот как работает. Включаю шлифмашинку. Получается, включил шлифмашинку, через пару секунд включается пылесос. Потом шлифмашинка выключена, и пылесос еще где-то 10 секунд работает, чтобы высосать остатки пыли. Кстати, вот в комплекте был вот такой вот переходничок удобный. Правда, я подключил его в обратную сторону, но подключился он мягкий, силиконовый. По идее, можно подключить вообще к любой технике. Ну, а там, где нельзя подключить, выручит синяя изолента.